и подъезды родителей. Да, вот 9-й этаж. И неизвестно пока куда? Вообще неизвестно, что там с мамой, абсолютно. Папа, вот как видите, слава богу, живой, здоровый. Прямо вы с 9-го этажа? Да. Мы его сняли, интересно. Ну, вот там спальня моей мамы заблокировалась. Ее завалило плитами, я же говорю, и тишина. А как по лестнице эвакуировали или по подъезду? Неизвестно, как она там. Просто вот нет сил все это терпеть. Сильный удар. Все, я сознание потеряла, упала. До 7 утра это случилось. Я как раз собиралась выходить на работу. И на кухне грохот произошел. Все полетело, ребенок спал в зале. Я быстренько побежала в комнату, стащила его с дивана. Мы не могли ни дышать, ничего. Пыль, газ. И какие-то ребята бегали по этажам и помогли нам выбраться через окно. Просто повезло, чудом выжили. Просто резко оно засверкало. Все так быстро произошло, ничего не успела понять. Если бы я на 2 минуты вышла раньше на работу, он бы остался один. Я не знаю, что было.